안녕하세요, 여러분. 사람들, в общем, 노르샹치가 мне снова отправили Керменбаева. Карабала называется песня. Помним его, да, все? Ну, я делал реакцию уже на него один раз. По-моему. А может и нет. Сейчас проверю, подождите. Что за вопросы такие? Господи, что это за человек такой? Ничего не знаю, отстаньте. Так, где этот Яндекс? Давай через Яндекс поищем. Чего нет? Пока мы ищем. А, все поняла. Я поняла, кто такой Нуржан. Казахстанский певец, автор песен, победитель суперстар Star КЗ. Ага. Все песни. Ага. Угу. Ага, угу. Да успокойся ты уже. Биржи Рек. Так, подождите. 17 февраля родился. Что-то все талантливые исполнители в феврале, что ли, рождаются. Так. Детство при выпуске. Подождите. Википедия. Так, ты вообще реакцию делаешь или что делаешь вообще? Расскажи людям. Фигней какой-то занимаешься. Так, ага. Все понятно. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Так, был участником бойсбенда «Перцы», клип на песню «Это любовь» по российский канал. Ничего не понимаю, откуда я знаю о нем. Что за фигня? Скажите мне, какие песни у тебя есть? Нуржан, пожалуйста. Нуржан, помоги. Я тупая, я туплю. Так, господи, ты реклама. Засуньте ее себе в одно место. Нуржанова, старший сын, жена, сын, другая. Карабала. Избранный сборник. Ладно. Где я слышала Нуржана? Быстренько мне накидали в коммент. Я не помню. Поехали. қайғыңнан шықшы жайнап күлші бұл өткінші өмірде мұңаймайықшы әр күннің ауыр это не его песня которая звучала в моментах с Эйсом ребенок так танцует ойдағыдай кейбір күндер болмай қала сен тартсаң дағы қанша нала қанша жара бірақ жалындай біл от боп қайта жанына дейді саған тілек арнап қарап алам этот чувак играл в клипе с Жанар. Ребеночек так и так смотрит на него, бейся в стену. Это остро. Ребенок очень хорошо играет. Салқын кешсең сен қайтадан тұр түспесін еш төмен еңсең бірақ мұндай болмашыға сынсаң кешсең бұйырмасын шығарма естен сәтсіздікті тағдырым деп түсінбесен сен сүре білсең өмір оңай сөзіме сен бірақ да, его голос точно в нарезке. Смотри, мальчик. Карабала. Такой
Он ребенок с лицом взрослого просто. Это реально ребенок или это может быть взрослый человек, просто выглядит как ребенок. Потому что у него такое серьезное лицо. Нет, это ребенок. Девять. Чем прикидываться на этом? В поисках мамы. Такой сходный ребенок. Этот фильм вообще с русскими титрами? Или на русском? Или есть какой-нибудь перевод? Я хочу посмотреть и поржать. Мне кажется, я умру от смеха, будет глядя этот фильм, если он действительно вышел уже на экраны. Ай. Шкодный мальчишка такой. Не могу. О, господи. Так, дальше снова Нуржан. У меня тут в плейлисте. Тоже у вас, кстати, да. Это та самая песня. Да, это песня «Зарезки по эсу». Жанымым, ең нәзік сенсің бөлшегі. Шарғайым, жан тәніммен сүйемін сені. Я снимаю ходик, господи, что-то так увлеклась, что это какой-то грустный фильм, да? Господи, какая песня шикарная. Сразу вспоминаю, блин, нарезки. Зачем я посмотрела на этот клип посмотреть, а потом смотреть нарезку? Как он там улыбался. Так тихо. Шикарнейшая. Фильм какой-то очень грустный, видимо. Она все время с таким страдающим взглядом смотрит. Даже сейчас у нее глезы, слезы в глазах. Что-то она мне напоминает, если честно. Что это за место? Это не то самое место, где в Кагаскеме очень похоже на то место, где в Кагаскеме снимали, типа когда они в лагерь какой-то поехали, и там прям вот прям тоже такие были деревянные. Хотя это может это где угодно быть. Вредная посадка. Красивый парк очень. Он как этот гамбит с картами все время. Ну, Петина плачет. Одна песня о моем арсенале. Надо не забыть обязательно добавить ее себе прям.
песня. Так, следующая. У меня тут совсем другая пошла история. DNA Memory. Сезон номер один, эпизод номер 4. В общем, с этим мы закончили. Пошла дальше делать реакцию. Что-то как-то подвисло немного. Песня очень шикарнейшая. Просто шикарнейшая. Очень классно. А Нуржан поет великолепно. Вы поете великолепно. 1000 в караоке. Ну, я, к сожалению, пою не так великолепно, как он. Я вообще не пою. Да, у меня не поставлен голос, поэтому куда ты лезешь? Так, все, спасибо вам за заявку, за Дурженчика в том числе. Всем пока, салу.